Крещение Господне 2018. Когда, зачем и как нужно купаться в проруби? Крещение Господне – это великий православный праздник, имеющий множество традиций. Одной из основных традиций праздника Крещения Господи является купание в проруби. С каждым годом количество желающих окунуться в прорубь на крещение только увеличивается. Однако не все знают, что для этого обряда есть свои правила. Только купание, совершенное по всем правилам в Крещение Господне 2018, принесет вам пользу. Многие задаются вопросом, когда нужно купаться в проруби: накануне праздника, то есть 18 января, или же в сам день крещения, 19 января. Считается, что вечером 18 января, в канун праздника, лучше всего сходить в храм, чтобы прочесть молитву и взять немного освященной воды домой. А уже после праздничной службы, в ночь на 19 января 2018 года при желании можно искупаться в проруби. Считается, что наилучший промежуток времени для крещенских купаний – это время с 00.00 час до 01.30 час. Именно в это время вода обладает сильными целительными свойствами, помогающим излечиться от различных недугов. Если же у вас нет возможности искупать в проруби ночью, то вы можете сделать это в любое другое время 19 января 2018 года в праздник Крещения Господня. Это может быть утро, дневные часы, можно даже вечером. Однако, планируя купание в проруби на Крещение Господне 2018, нужно обязательно учитывать состояние здоровья, чтобы купание в ледяной воде в середине января не навредило вашему организму. Если купание на Крещение Господне 2018 для вас невозможно, можно просто умыться набранной в проруби крещенской водой. Важно знать, что купаться нужно только в разрешенных местах. Там вырезается Иордан, священный служитель опускает в прорубь распятие и читает молитву. После этого каждый желающий может искупаться. Перед тем, как окунуться, нужно прочесть молитву. Окунается обычно трижды, после чего вновь читает молитву. Важно употребление спиртных напитков, как до купания в проруби, так и после него, на Крещение Господне 2018 запрещено. Спасибо. Ты заходи, если что.